Сегодня у меня влог, ходили гулять на набережную, спуск реки, набережной, спуск Маяковский, река Волга, город Самара. Водичка еще не отступила, пляж еще не открылся на Маяковской, хотя на полевой уже песочек есть. Уже сидят, люди загорают, отдыхают. Ну, купаться, конечно, еще холодно, водичка холодная. Очень красивая набережная у нас. Есть велодорожки, трек. Народ гуляет. Погода сегодня хорошая, солнечная, теплая. Очень много народу гуляет. Вообще Волга прекрасная, очень красивая река. Ходим по песочку, спустились вниз к водичке. Голуби ручные едят чипсы. Подходят очень близко к людям, видимо, все подкармливают, не боятся. Можно даже покормить с рук, очень ручные голуби. Вот смотрите, прям с рук берет печенье. Вообще очень хорошо погулять по набережной, прогулка замечательная, воздух отличный, река очень красивая. Всех разорвано. Отдохнуть можно очень хорошо. На набережной. Я люблю Волгу. Открой, смотри.